О, подсвечу его. Да. Нам дали ключ от него. Здесь есть свет, ну, электричество. Ты сейчас в этой комнате? Как я могу тебе помочь? Видишь, как... Да, я правда странно. Мы вернулись в дом с Алексеем. Сегодня мы попытаемся пообщаться по ЭГЭ. Да. Нам дали ключ от него на этот раз. И сегодня мы будем здесь без присутствия хозяина. В тот раз хозяин нас проводил прямо до дома и показал, что там, как. Сейчас посмотрим. Не было, все изменилось. Ну, обычно ты мародерством не занимаешься, да? Ты... Нет, это... Как бы, если после... Ну, может быть, хозяин... Смотри, или... вообще все в разрухе. Все изменилось. Видел прошлый ролик? Ролик видел. Ну, я же не знаю, каким ты его оставил. А, хотя ты же уходил. Пойдем в другую комнату сниму. Так, стой, подожди, я бы затыкался в этом. Блядь, не понял, понял. Стой. Стул посреди комнаты стоит. Твою! Чего? Стой, 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 подожди. Что такое? Здесь все, короче, половина вещей перевернута. А, вот смотри, да, телефон валяется. Он подключенный, что ли? Да, они там. И часы, судя по всему. Часы стояли здесь, а телефон вот здесь стоял. Теперь все изменилось. Офигеть, ну да, хозяева бы не стали тоже так. Ты думаешь... Нет, здесь никого не было, я спрашивал. Я спросил, никто не посещал дом после того, где это. А никому незачем здесь быть, кроме нас. То есть мы здесь единственные, кто с тобой как бы пришли сюда. Может быть, ты когда здесь снимал, навел суеты, так скажем. И что это может быть, по-твоему, полтергейст? Скорее всего. Ну, вообще так сильно вещи валять, да, это, я думаю, обычный дух там. Мы поиграем, спросим, узнаем, что если, потому что... Но раз... полтергейст же не сможет нам ответить. Да, полтергейст не может общаться по ЭГФ, по рации, но по рации были всплески, то есть что-то выходило на связь. А. Значит, если по рации что-то выходило на связь, значит, здесь что-то еще возможно, потому что полтергейст на связь никогда не выходит. В общем... Мы сейчас с Алексеем расставляем камеры в доме и приступим к сеансу ЭГФ. Спустимся еще раз в подвал. Я хочу попробовать там с рацией, может быть, с ЭГФ, не знаю, стоит ли туда спускаться. Но, в общем, смотрите, сейчас мы все расставляем и начинаем общение с потусторонним. Привет, ты на канале Мистическая корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Сегодня мы с Алексеем, он решил, сегодня нашел свободное время, чтобы поехать со мной. Вот в этот дом, о котором вы просили, чтобы я провел здесь ЭГФ и выяснил, что же находится в этом доме. Алексей пропадал, но он вам сейчас пару слов скажет о том, где он побывал и почему он редко участвовал в съемках. Да, всем привет. К сожалению, у меня не было возможности долгое время поучаствовать в съемках.
поездить по таким вот интересным местам. К сожалению, было очень много работы и не было времени совсем. Вот сегодня получилось, сегодня попробуем что-нибудь здесь вот раздобыть, какую-нибудь информацию, что-нибудь интересное увидеть. Поэтому вместе с вами давайте отправляться в путь. Алексей уже видел ролик предыдущий, который был снят в этом доме. Мы уже зашли, вы, наверное, увидели уже кадры, что здесь было все разбросано, все было не на своих местах, половина вещей просто лежали на полу, лежат на полу. И поэтому сейчас мы сразу же приступаем к сеансу ЭГФ и посмотрим, постараемся выяснить, что же здесь действительно. Но мы подозреваем, что раз на связь выходило что-то по рации, хотя полтергейст этого делать вообще в принципе не может. Ты сам знаешь прекрасно. Да, я об этом знаю. Мы уже много об этом читали, много это встречали. Алексей был неоднократно со мной на съемках. И поэтому как бы мы считаем, что это может быть здесь две сущности. Возможно. Возможно, две сущности, потому что что-то выходило на контакт по рации. И в то же время неупокоенная душа не сможет вот устроить вот такое вот раскидать. Вещи слишком часто, хранить. Слишком часто это не похоже на духа, это не похоже на неупокоенную душу. Поэтому приступаем к сеансу ЭГФ, друзья. Здесь есть свет, ну, электричество. О, сработал. О, это будет свет. Раз в этой комнате у нас тоже была активность, то мы поставим эту камеру здесь и оставим здесь один прожектор. Пусть снимает, возможно, что-то нам удастся здесь запечатлеть. Так, поставим его, чтобы она снимала. Вот где-то примерно так. Все, Лёв, пойдем другие расставлять. Пошли. Сюда мы, возможно, даже не будем заходить. Не знаю, если вдруг что-то будет слышно отсюда, то мы придем. Но это чисто пассивная камера, которая будет находиться здесь, пока мы будем проводить и там сеанс ЭГФ и все остальное. Здесь кто-нибудь есть? Подожди. Включу, как обычно, включу диктофон, чтобы... Ну, это чисто для себя я так делаю. Давайте не снимать. Все отлично. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Может, ритуал со свистком проведем? Ну давай попробуем, приманим. Потому что что-то тишина вообще. Проведешь? Давай. Здесь кто-нибудь готов? Да. Посвистили.
свисток, теперь посмотрим, что будет дальше. Пока сущность не хочет выходить с нами на связь. Хотя если это полтергейст, то он и не выйдет. Странно. Хотя видишь. Может быть реально полтергейст здесь только один. Может быть, может быть. Хотя почему рации в прошлый раз у тебя срабатывали? Вот у меня это и тревожило весь этот момент. Здесь есть кто-нибудь? Слышишь? Как слова какие-то. Как будто. Я не могу разобрать, что это. Ты сейчас в этой комнате? Я здесь. Он тут. Он здесь, Лёв. Я слышу. Помощь просит. Значит, это не полтергейст. Может, демон разводит? Это что-то странное. Я предчувствовал. Капец. Как я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? А вот диктофон, короче, как будто ловит какие-то эти, понял? И можно потом, идут, да, идут, я... идут как будто что-то происходит, короче. Я посмотрю отдельно еще, короче. Как я могу тебе помочь? Запер. Не отпускает. А че его держать может? Может быть, все-таки мы были правы насчет этого? Ну что здесь, что тут две или три сущности? Так, вот давай еще кое-что, давай не будем на этом заострять внимание. Он просит помощи, значит, мы чем-то можем ему, получается, помочь? Ну да, есть же. Петля. Петля. Петля? Что может быть петля? Ну... Три или четыре стадии, короче, ладно, расскажу сейчас попозже подписчикам, что это значит. Ты о стадиях полтергейста? Цикл ты имеешь в виду? Да. Цикличность, может быть, кстати. Может быть. Слушай, а не могли ли, допустим, неупокоенная душа в симбиоз какой-то вот вступить с... полтергейстом или с кем-то из этого, это же... Они могут находиться оба в одном помещении, но они не уже... Это две разные вещи, то есть две разные субстанции энергии, то есть две разных сущности. Одна может быть разумной, а другая чисто может ее как магнит держать и не отпускать здесь, в этом помещении. Ну... Кто тебя держит? Кто он? Слышал? Начиналось что-то. Да. Кто он? Он не уйдет. Он не уйдет.
Скорее всего, все так и получается. Ну, это может быть и демон. Может и демон быть. Мы сможем тебе помочь? Вообще, это в наших силах. Как это вообще уже? Ну, мы проведем, допустим, какой-то ритуал. Но поможет ли это? Вот счет начинается, и опять какая-то тишина. Да. Да. Сможем. Можем. Значит, тогда будем пробовать. Мне только одно может сейчас. У меня я не брал конкретно ничего. У меня только с собой примесь трав для изгнания. И можно нарисовать где-нибудь под обоями один символ. Хорошо, он сможет помочь уйти тому, кто застрял. А, стоп. Стоп, подожди. Так, если мы сможем помочь. Ты хочешь выйти отсюда? Ты хочешь покинуть это место? Ты хочешь покинуть это место? Ну все, уже тишина, видишь? Не отвечает. Как будто, может, его заблокировало то, что здесь находится. Может быть, может быть. Может быть, последние силы он потратил эту сущность, да, на то, чтобы нам вот попросить о помощи. Скорее всего. Давай попробуем. Давай, знаешь, сейчас, получается. Сейчас мы еще спустимся в подвал, ну, в погреб в тот. Посмотреть, что будет, изменится ли что-то или нет. И там был странный один крючок, как будто там кого-то пристегивали на цепь. Сейчас спустимся и посмотрим. Только это не подвал, а погреб. Запах какой-то странный после твоих. Я сейчас приду. Спустишься со мной? Да, конечно, мне интересно. Давай. Да, и правда странно. Как будто, ну, подводергаю рукой, он жестко. Да. Жестко. Не выделишь. Может, здесь какие-то животные. Как крысу держали на поводке. Тихо. Да ну нахер, это что такое? Бег. Понимаете, да? Офигеть вообще. Прям как будто как человек бежал. Смотри, смотри, уже садится совсем. Разряжается. Может, мы да и заряжаем вот этим всем, это же из энергии как бы все. Сейчас вот находится трава, извлеченная специально для этого ритуала изгнания. Мы высыпаем ее сюда. Сверху вот эта вот горючая смесь засыпается у нас. Большой. Так, после чего? Книга. Ритуал мы уберем. Сумка?
Она висит. Висит. В смысле? Она на холодильнике стояла. Ну то как это так? Давай, давай проводить до конца ритуал. Надо освободить это. Давай, это давай, может быть. Тихо, все, начинаем. Что-то она жутко стала. Ух ты, ни хрена себе! Слышал? Ух ты, ни хрена себе! Ёлки-палки! Слышал? Ёлки-палки! Оно всегда так получается. Вот теперь мы знаем, что это, что, что, что-то действительно не давало ему уйти. Надо читать ритуал. Ты видел? Читать, я буду читать ритуал. Давай дальше. Вроде бы все, я закончил. И сразу эта активность перестала. Перестал этот стол двигаться, когда ты закончил. А как мы вот узнаем, допустим, помогли мы или нет? Как это можно проверить? Попробовать еще раз по ЭГФ связаться? Нет смысла? Стой. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Мы не избавились от нее. Мы ее выпустили. Сюда мне нужно, нам нужно будет вообще мне или тебе вернуться, посмотреть, будет ли все на своих местах по-прежнему. Мы сейчас поставим все вещи, соберем, которые упали, ага, в свои места. Ну давай. Вряд ли мы убрали отсюда полтергейста. Мы его задержали на какое-то время. Его вообще как-то возможно знать? Мы дали возможность уйти душе отсюда. Ну это уже спасение, можно сказать. А изгнать это души. Нужно было брать конверты с собой и распихивать, как я делал в прошлом видео. Ну хорошо. Не, ну он какое-то время не будет действовать. А потом опять будет с лунными циклами набирать свою силу. Пойдем так.